Всем привет! Сегодня я сделаю милого пряничного мишку к завершению учебного года. Но такой мишка подойдет вам и на 1 сентября, и на День учителя, и на День воспитателя. Итак, дарит у нас мишка-девочка карандашики, поэтому цвет получила я таким образом в белый айсинг. Добавила каплю красного красителя, немного желтого и совсем чуть-чуть синего красителя. Тогда получается такой благородный приглушенный розовый оттенок. В этом пряничке я немного перестаралась, как по мне, карандаши чересчур яркие, но я приглушила их с помощью теней немного позже. Вот обратите внимание, как я перенесла глазки. Для того, чтобы они были в нужном месте, нужно всего лишь приложить трафарет на готовый пряник и наметить перед работой место, где будут глазки, точечкой, карандашиком, а потом уже прорисовать красителем. Так, кондурин наношу, развожу спиртом для того, чтобы ложился он плотно. Развожу до консистенции такой сметанки. Окончательная прорисовка черным красителем, немного бликов белым красителем. И в конце мне захотелось медвежонка выделить немного, сделать фон более светлым. Для этого взяла белый краситель, у меня это Америкалур, и контур обвела. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет приятно.